Вот. Да. Теперь понятно, почему карусель. Музей Орсея. Ага. This is a big one. And it is for payment. Сюда вход платный и очень-очень большой он. Остановка называется Орсе. Даже отсюда картина видна. Во всех путеводителях рекомендуют к посещению этого музея посмотреть картины и скульптуры. Мы сидим на втором этаже автобуса. У Ричарда уже руки замерзли. У меня, в принципе, тоже. Вот у них вот эта дорожка специально выделена для велосипедистов. Там он на роликовых коньках кто-то едет. И туда машины вообще не заезжают. Амбр. Янтарь. Здесь написано амбр. Наверное, опять какая-то выставка. Дом интересный. Трезорс де ла Мер Балтик. Ага. Янтарь с Балтийского моря. Что-то такое. В этом здании показывают янтарь с Балтийского моря.
Ого. Куда это мы приехали? Ассамблея национале. Это национальная ассамблея. I see love Eiffel Tower with lights. Деревья украсили для Крисмаса. Это площадь Согласия. Подъезжаем снова, проедем через эту арку и снова вернемся к Эйфелевой башне. You can sit over there. Right. He will come here and you can sit there. Thank you so much. I just want to have a photo. К нам тут еще одна туристка присоединилась. Мы подвинулись. Посмотрите слева, какая улица. Вау! Все деревья золотым светом переливаются. А мы едем между голубыми огоньками. Ой, как красиво! Такой мерцающий свет. Merry Christmas, people! Как в таких случаях говорят, завидуйте молча. А здесь еще начинают украшать церковь. Стоит специальная машина. Здесь еще деревья не украшены. Луи Виттон. Магазин Луи Виттон. Вот. И балконы все у них переливаются. Champs-Élysées.
посмотреть, она тут. Луи Виттон, стена. Магазин Булгари вот этот. Наверное, Елисейские поля, потому что здесь все магазины шикарные, известных марок. Ну, деревья, конечно, суперские. Бонсуа, брелочки, зонтики. Это мы стоим на входе в метро. Магнитики такие красивые. Теплые шапки, теплые шарфы. А мы пошли в метро.